Здравствуйте. Представляем котел варочный на 100 литров. Консоль воды 50, кран уровня, залит вода для проверки. Включаем сетевую кнопку, мощность котла 10 кВт. Каждый блок по 5 кВт. Включаем 5 кВт и 10 кВт. Не будет воды, загорится красная лампочка, при достижении температуры загорится верхний уровень. Дожидаясь следующего струи пара, воронку воду заливаем, пока не пойдет с нижнего краника. Как только вода пошла с нижнего краника, перекрываем воронку, чтобы давление в котле. Крышка у нас на пружине открывается. То есть пошла, перекрываем давление. Это, значит, клапан аварийный и вакуумный клапан. Это аварийный клапан. И по ЭКМ-ке задаем верхний предел, верхний и нижний предел. То есть стрелка регулируем, то есть выставляем нижний предел и верхний предел в отключение. Сейчас дожидаемся, когда создастся давление. Сейчас, значит, тены греют. Скотел на желобком для полного слива. То есть давление растет. Как только дойдет до заданного параметра, сейчас задали мы 0,3 атмосферы, котел отключится по давлению, потом опять упадет, опять включится. И будет работать по давлению. Котел, значит, на ножках регулируется болтами. То есть поддон скручивается, это распрямочные болты. То есть давление растет. Доходит до верха и отключается. То есть температура растет. Температура, значит, желобок варен, трубочка через стакан, датчик вот здесь. Здесь можно сделать минимальную загрузку, сварить литров 10 или 20. Все, давление отключилось. И, то есть по давлению, если не будет хватать скорости нагрева, просто можно поставить стрелочка, то есть опустить, поднять вот так вот, чтобы был минимальный разрыв. Ну, и сбрасываем давление принудительно, чтобы можно было пены как отключены, пар сбрасывается. Стрелочка упала, сейчас упадет. Все, пены как бы включились. То есть так происходит принцип нагрева. Ну, все, котел готов к работе. Сейчас сбрасываем давление. Все, котел готов к работе.